Добрый день, на связи Планета Авто. Сегодня у нас на обзоре Honda Stream 2010 год, серый цвет, бензиновый двигатель объемом 1,8 литра, 140 лошадиных сил, АКПП, передний привод, литые диски, хорошая летняя резина, пробег 148 тысяч километров. Нет, повторители в зеркалах, спойлер по салону у нас ухоженный темный салон, не прокуренный, три ряда сидений. Климат-контроль, кондиционер, мультимедиа, электрорегулировка зеркал. Пройдемся по ЛКП. 82, 85, 78, 92, 75, 92. 85, 92, 88, 91, 98.